Министерство экономического развития России готовит меры по ограничению роста платежей за услуги ЖКХ, сообщается на сайте ведомства. Сейчас на ваших экранах в процентном соотношении показано, как выросли тарифы в разных регионах. Так вот, по оценкам специалистов, ограничение темпов роста платы за коммунальные услуги позволит сократить расходы населения до 40 миллиардов рублей. Минэкономразвития также предлагает пересмотреть плату за содержание и ремонт домов, которую установили органы местного самоуправления. Напомню, в понедельник президент Владимир Путин раскритиковал ситуацию в сфере ЖКХ и поручил правительству остановить неконтролируемый рост тарифов и установить предельную планку 6% в год в среднем по стране. По словам Путина, платеж должен быть экономически обоснованным и социально справедливым.